Автобус с украинцами, попавший в жуткое ДТП в Подкарпатском воеводстве, выехал из Познани 5 марта в полдень. Водители останавливались на отдых за несколько часов до трагедии. Автобус ехал в Херсон. До границы оставалось около 30 километров. Однако почти в полночь он съехал в кювет и перевернулся. По словам пассажирки, автобус был переполнен. Несмотря на санитарные нормы, введенные через коронавирус, в автобусе было 57 человек. Водитель возмущался, что не знает, как будут пересекать границу с таким количеством пассажиров, и выглядел усталым. По словам очевидца, автобус начал водить по дороге. После третьего раза транспортное средство пробило ограждение и на скорости упало в ров. Пассажирка уверена, что водитель уснул за рулем. Правоохранительные органы рассматривают несколько версий. Со слов прокуратуры, наиболее вероятно, водитель хотел повернуть вправо, но была великовата скорость. Это привело к тому, что автобус въехал в защитные барьеры, а потом перевернулся на правый бок. На этой неделе будет проверено техническое состояние транспортного средства и станет известно больше информации. Украинка отмечает, что оперативно сработали службы – полиция, скорая, спасатели. Часть людей, менее пострадавших в ДТП, уже вывезли в Украину. Обвинение в непреднамеренном причинении автокатастрофы было предъявлено 48-летнему водителю, который в то время управлял автобусом. В результате аварии погибло 5 человек, а многие пассажиры получили легкие, средние и серьезные травмы. За содеянное мужчине грозит до 8 лет заключения.